Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально пару минут назад стартовал новый ивент «Осенний парад». Сейчас кратенько расскажу вам, что необходимо сделать для того, чтобы абсолютно бесплатно забрать себе Т23Е3. Машинка очень годная, очень классная. Я рекомендую немножечко запотеть для того, чтобы ее забрать по двум причинам. Первое. Если у вас данной тачки в ангаре нет, то, поверьте мне, она вам не помешает. Прикольная семерка, скорострельная. Видео по ней я уже выложил на канале, ссылку обязательно добавлю в описании. По моему скромному мнению, это must-have в ангаре каждого начинающего танкиста. Ну и с учетом того, что забрать можно ее абсолютно бесплатно, по-моему, вариант довольно неплохой. Кроме того, ребят, если у вас эта машина в ангаре есть, то вы получите компенсацию целых 2500 золотом, что я считаю довольно неплохой компенсацией, с учетом того, что это премиумная машина, а не коллекционка, и компенсация могла быть в серебре. Как забрать данную машину, сейчас расскажу. Сколько побед в день, тоже расскажу. Что касается того, что здесь в конце, в этом контейнере, и как этим всем пользоваться. Каждый раз, открывая данный праздничный контейнер, вы будете с вероятностью той или иной забирать определенные коллекционные предметы. Но вот эти вот серого цвета предметы нас не сильно интересуют. Самое главное, это то, что из каждого этого контейнера вы будете забирать по одному желудю гарантированно. Вероятность выпадения 100%. О чем это говорит? Это говорит о том, что вам необходимо 10 таких контейнеров открыть, для того, чтобы собрать 10 желудей, ну и, соответственно, бесплатно абсолютно поставить себе прем в ангар на память, либо на покататься, либо в конце концов, чтобы получить компенсацию в виде 2500 золота. Что еще есть в этом контейнере? Два коллекционных предмета, один более жирный, второй менее жирный. Менее жирный — это кукурузный танк. Кукурузный танк с вероятностью 10%, если вам выпадет, обменяете на 10 тысяч свободного опыта. Если вам повезет и вы выбьете себе из этого контейнера коллекционный предмет Рок изобилия, то этот коллекционный предмет, вот он, ребят, с золотишком, сможете обменять на целых 5 тысяч золота. Короче говоря, как халява, круть несусветная. Теперь самое важное и самое главное для каждого из нас. Как забрать это все, ну и, соответственно, как забрать себе бесплатный Т23Е3. Я попытаюсь быть максимально кратким. Для того, чтобы забрать это все, вам необходимо в день делать 11 побед каждый день в течение 7 дней. Почему именно так? Потому что каждый день, делая одну первую победу, вы будете получать сразу 10 пончиков. И вот только вот эти вот единоразовые даже победы доведут вас включительно до 8 уровня, потому что здесь как раз 70 пончиков и есть. Оставшиеся 25 пончиков вам необходимо зарабатывать, делая победы, за которые будете получать по одному пончику. Таким образом, здесь уже в этих 25 пончиках кроются 25 дополнительных побед, помимо 7 побед вот этих на 10 пончиков. Ну и, соответственно, вы всего лишь один раз откроете. Вам не хватает еще 9 желудей. Для того, чтобы их получить, необходимо 9 раз открыть этот контейнер. Что такое 9 раз открыть контейнер? Это еще 45 побед. Суммарно, ребят, для того, чтобы пройти полностью всю вот эту цепочку, 10 раз открыть этот контейнер, ну и, соответственно, бесплатно забрать себе данный танк, вам необходимо в день делать 11 побед, не меньше. Будете делать больше, пройдете гораздо быстрее данный ивентик. Ну и, соответственно, ребят, помимо всего остального, имеется в виду, помимо того, что будет выпадать из этого контейнера, помимо машины, которую вы поставите себе в ангар, пройдя данную цепочку, вы заберете себе 2 камо, вы заберете себе бустерочки, вы заберете себе практически 1000 осколков фортиума, что поможет вам пройти наш сезон 2 Плеяда. Ну, кстати, ошибся, 3, простите, внешнего вида здесь лежит. Ну и, соответственно, заберете себе X5 в количестве 3 штучек и в количестве 3 штучек X10. Мне кажется, как для 11 побед в день, это вполне себе нормальные награды. Особенно с учетом того, что если вам повезет и, допустим, Т23Е3 в ангаре у вас есть, то вы заберете из этого ивента целых 7500 золотом. Ну а если вам меньше немножко повезет, то заберете себе просто премиумную машину или за нее компенсацию, если вдруг Рок изобилия из данного контейнера вам все-таки не выпадет. Короче говоря, ребят, суммируя, 11 побед в день отделяют вас от того, чтобы получить главную награду данного ивента. Я лично, несмотря на то, что у меня Т23Е3 огромное количество лет уже есть в ангаре, собираюсь хорошенько запотеть и забрать себе компенсацию в районе 2500 золотом, ну и буду держать пальцы крестиком, чтобы Рок изобилия мне тоже из контейнера
контейнеров достался. Я побежал снимать для вас следующее видео. Вы, друзья мои, если за полезную и вовремя выложенную информацию, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Ну и обязательно ставьте лайк. А еще прожмите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Стараюсь специально для вас и надеюсь на вашу благодарность. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.